Привет всем, с вами я, Заза, и сегодня покажу вам секрет GTA Vice City Stories, как получить огнеупорный, ну, уникально окрашен, такой там светло-оранжевенький, что ли, Bobcat, так вместе за Марти, называется Shakedown. И это, наверное, еще одна самая простая машина. У нас их будет несколько, не знаю почему, но будет их именно несколько. Вот, в принципе, они видны, похожи, да? Но на самом деле у этой есть огнеупорность. Именно поэтому мы ее и возьмем. Итак, проезжаем. И все, что нам надо сделать, это доехать до нашего гаража. А дальше уж совершенно простое дело. Надо просто будет убить Марти. Сейчас я вам это все продемонстрирую. Насколько я помню, в гараже еще стоит уникальный Barracks Oil. Не знаю, как он там живет, проживает. Надеюсь, все нормально с ним. Так, едем. Да что ж такое, как-то заносит его очень сильно. Проезжаем в этот проездик. Тут у нас есть жизни. Тут у нас есть оружие за эти. Ну, нет, смотрите, у меня пустой гараж. Ну, ладно, даже лучше. Так, заезжаем. Там выходим. Берем, ну, какое-нибудь там слабенькое, например, даже оружие. Вдыхай же. Все. Миссия failed. Гараж закрывается. Машина наша. И давайте я вам продемонстрирую его огнеупорность. Да, все верно. Так, ну давайте начнем банально с этой фигни. Как видите, все нормально. А коктейль Молотова. Один-то он точно должен выдержать. Нет, не выдержал. А почему взорвалась машина, хоть я скажу, что она огнеупорная? Огнеупорная, это она огнеупорная. Это было видно по этому. Сейчас скажу. Огнемету, вон. А почему она взорвалась? А взорвалась она от взрывной волны от от коктейля Молотова. Что-то у меня уже совсем язык запинается. Именно поэтому она взорвалась, но вы же видели, что она огнеупорная. Следовательно, я вас не обманул, следовательно, эта машина уникальна. Поэтому спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем удачи. А, обязательно комментируйте. Всем удачи и пока.